Поймал заряд через удочку. 12-летний мальчик задел провода контактной сети на железнодорожной станции Осиповичи. Ребенок шел по краю платформы. Снасть держал в разложенном виде в руке. Верхушкой коснулся провода. Паренька ударило током. На место происшествия вызвали скорую. Пострадавшего обгорела почти половина тела. Медики диагностировали ожоги первой, второй и третьей степени. Инспекторы электротехники напоминают. У железной дороги стоит соблюдать правила безопасности. Контактная сеть расположена на уровне 6-8 метров от перона. Именно этой длины достигают телескопические удочки. Следует обращать внимание и на место, которое выбрали для промысла. Находясь на рыбалке, категорически запрещается производить ловлю рыбы вблизи линии электропередач, так как это может привести к тяжелым последствиям и смерти.